Всем здоров, чопа. Давайте продолжать решать вопросы различные GTA 4. Посмотрим, на чем там остановился тут в прошлый раз. Ну, как? Ой-ой-ой, там копы были. Ну все, вот, в принципе, игра и началась. Так. Ну, стреляться с копами, фиг его знает. Не стоит. Я хотел вообще позвонить по телефону, узнать, что как, там Роману или еще кому-то. Мусоровозка такая прикольная. Нифига тут копов сколько крутится, а? Аж две патрульки. Так, в этой стороне, по-моему, был Влад. Ой, слабенькая машинка. Медленная машина, но довольно устойчивая. Ну, пока уезжаем, может что-нибудь на рулю какую-нибудь тачку нормальную. Опачки. Вот это интересный вариант. А, не, на такой ездил. Ладно, оки-доки. Поднимаем. F какой-то знак появился даже. Интересно, поехали туда. Опа, так. Так. О, была тоже такая машина. Да ладно, притерся под этим, блядь. Какие они злые все. Мелочь, мелочь. Вот это неплохо было. Эф, подожди, это в прошлый раз миссию ж мы делали, как его там? Или нет? Или я путаю что-то? Не, я что-то путаю. Даже подзабыл. Так. Ну-ка. Давай пощупаем эту машинку. Это вроде интереснее. Да, это вроде поприкольная машинка. Так, ладно, окей. Что это такое? Опять по каким-то головникам дергает этот Роман. Надо найти еще бронежилет, если он здесь есть. Сюда с ним ходить. Нико. Отвези Дмитрия в секс-шоп. Ёпты. Нахуя? Садись, ёпты. О, да, эта машина явно быстрее, чем та. You know how much money there is in selling this stuff online? Тихо. A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill him. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue.
can't keep his finger off the triggers. Wasn't always like this, though. Things got to him. I hope it don't get to me. Бей, так, ходите в магазин. Where's your boss? What do you mean? He's in the back? No, no, no. О, чувак тоже с пистолетом, смотри. Так мы к боссу пришли. Так, нацелились на Джозефа, чтобы пригрозить ему. We ain't making that much cash. It's not. Listen, big guy, you got a great look going on, real strong. We can push in one of our films. Это у меня персонаж здоровяк. Прострели гниди ногу. Right already. Brett was just trying to be friendly. Shit, he'll be out of action for a couple of weeks. You got some money for Mr. Falston? Ага. Fine. Here you go. We ain't gonna have the You should have thought of that earlier. I got something special in his pants. I need to show it to the world. Joseph, I thought you were a better businessman than this. We go, Nico. Ну-ка. Нельзя вам такое смотреть. And we're going to an alleyway off of Dillon Street and Shopland. Ну, окей, давай. Погнали туда тогда. Пойдете с Дмитрием в оружейную лавку. О, мои пса, блин. I want to buy you a present. Will you wrap it up and put a pretty bow on it? Screw you. We're seeing a friend of mine who's got a good line on weapons. It's on the ground. A back room place. There are a few around the city. The mayor has a real hard on for gun control. Guns don't seem that controlled. Поворачивай, хорошо. And now you'll know where to get them for yourself. What's the problem? Ой, какая классная, смотри, какая. Михаил, я знаю, что ты это не имел в виду. Все в порядке. Смотри-ка. I didn't kill Joseph. We will make more money if Чувак про Михаила, который он по-любому не русский, он выучил текст, озвучил. Про Михаила. Это классно. Это классная озвучка. Срежем вот так под это. Вот эта машина мне тоже нравится. Хорошая вещь. The shop is just down that alleyway. Pick out what you like. Tell them to put it on Mr. Faustin's account. Господин Фаустин. Зайдите в оружейный магазин. В оружейных лавках можно покупать оружие. Блять, как мне не хватало этой лавки. Ты на копа не похож. Выбирай, что хочешь. Мне бронежилет хочу я. Магазины регулярно завозят новый товар. Если вы не нашли того, что искали, приходите позже. Купите пистолет, пулемет, микро. Так, где бронежилет? Есть? Это что такое? 500 стоит. Да. Образец скоро в продаже. А где пистолет, пулемет? Вот он. Чтобы осмотреть оружие, нажмите У. Нажал. Это уж УЗИ. Представляет пулемет. 1200 стоит. Для приобретения нажмите Enter. Хоть денег у меня и не было, но я купил его все равно. 50 патронов купить. Давай купим, чё. Не-не-не-не-не. Все, я... Да. Ебать. Ружье есть. Очень хорошо стреляет, точность хорошая, как я посмотрю. Drive us to Mr. Faustin. Ну что, поехали к этому Фаустину. И у меня появился конка теперь на карте оружейного магазинчика. So, you and Mr. Faustin. Have you always argued and made up like this? It wasn't always like this. The
Михаил was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his gun at the slightest thing. I never know who he will shoot, who he will stab. Андрей, who you met in Михаил's basement? Андрей, Михаил, да, 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 все понятно. He was a good worker. Now he's dead. I guess that is why we need your help. Remind Faustin of that. Maybe then he will not try to kill me. Смотри, бронежилетом пол этой фигни заполнилось. Полоски ХП. Так и было задумано. Thank you for your help, Nico. Заезжай на клуб. Club soon. Михаил will be cool by then. Спасибо тебе, чувак, что магазин такой открыл шикарный. Да. Хранение данных. Так. Давай посмотрим Роману. Наверное, а? Чё там, как? Сообщение оставьте. А. Нахуй не нужен. Поехали, буква F снова есть. Так, можно проехать? Нет, нельзя, похоже. Да, тут тупик. Тоже интересно. А, ладно, поехали. Пофиг, пусть будет эта тачка пока. Поворотниками зашел, нифига себе. Ну что, посмотрим, что сейчас на Фаустина, на этого у нас есть. Теперь уже и разнообразие с оружием есть. Единственное, что я думаю... Ага, здорово, блядь. Надо сейчас зайти в эту закусочную, сожрать сосиску, блядь. Поезжайте на Гуантанамо авеню в Южном... Где моя, блядь, машина? Вон она. Давай поищем эту закусочную на колесиках. Пока будем ехать. Обязательно надо сделать это, чтобы ХП-шку постараться восполнить. Значит, они делают. Звук такой. Вау. Ого. Блять, тут работает что ли навигатор? Поверните направо, говорит, поверните налево. О, вот что мне надо. Да, купить. Все, смотрите, теперь ХП восполнилось и бронежилет заполнил вторую часть кружка этого. Заебись. Пристегните ремень. Короче, тут голосовой помощник. И навигация работает. Херенная тачка.
для миссии, мне кажется, она вообще шикарная. Одна из. Ну и фургончик прикольный. Так, куда-то мы едем в новую степь, да? Я по этому мосту, по-моему, еще ни разу не ездил. Да, точно. Ну, блин. Да ладно, это что, платный переезд, что ли? Одну звезду повесили. Ёбнуться можно. Давайте я помогу чуваку. Вот так. Вызов Фаустин. Мистер Фаустин, вы хотите позвать это? Нет, я никогда не меняю свой мозг. Я слышал, что это один из новых станций. Пойдем в Фаустин. Уделайте Ленни на платформе. Это кто, блин? Ну, поехали посмотрим, что это такое. На платформе? А, он наверху там где-то стоит. Значит, хорошо. Не вздумайте мою машину спиздить. Ленни на платформе, значит, этот. Ну, есть чем уделывать его, и это хорошо. Вот он, да? А, он сейчас, видимо, сядет и сдрыснет. Ничего личного. Что, что? А этот где чувак? Вон он лежит. Все, с задачей справился. И этих копов тоже скинули. Ё-моё, что это халява? Я думал, мне сейчас придется от них убегать. Очень хорошо бронежилет помогает. Nico, do you know what you have done? I have followed Mr. Faustin's... Что-то не понравилось Дмитрию, как я понимаю. Тачку мою не украли. Уже хорошо. Давай, наверное, побережем вот это, возьмем пока пистолет. У него патронов. Что это такое с ним? Чувак не мучился с ногой с это. Поехали покатаемся с копами маленько. Полиция, полиция, да. И что дальше? Роман появился, хорошо. Да. Да, тут, видимо, проезжать надо на определенной скорости, иначе они сразу начинают стрелять и вешают погоню. Да. Держись. Какая крепкая машина, а. Посмотри, сколько она пережила. И выстрелы, блин. И удары, и хоть бы хны. Все. Оторвались от преследования, и это хорошо. Значит, бронежилет 500 стоит, да? Хорошо, что недорого.
Что, поехали к Роману съездим, может быть? Почему нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жестко. Бля, что это было? Очень хотелось бы эту машину себе попробовать ее. Да, выбор тут есть хороший. Есть на чем поездить. Ну ладно. Мы изменять не будем машине этой. Она хуже поворачивать стала, отлично. Тут влияет повреждение на поведение машины. Будьте вы прокляты, приезжайте в интернет-кафе. Это моя машина, чувак. Ты не прав. Вау. Помогу маленько. Ой, вправо уводит ее как. Поговорите с администратором. Ну чё? Hey there, my name's Nico. My cousin, he told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer, Rick. Воспользуюсь одним из компьютеров. Ну, окей. Ой, так. Проверить почту, да? А, и все, что ли? I see you again, Roman's cousin. Плюс Брюси. Hey! А, Роман что-то хочет. Нет, подожди, звоним мы ему. Электронный ящик, теперь я окончательно попал. Liberty City. Ладно, поехали, вон буква F есть на этого. Забыл, как его зовут. Фаустин. Поработаем. Ой-ой-ой. Извини. На той стороне находится Фаустин. Так, подожди, Роман звонит. Давай поднимем. Пока не уехал просто. Идите в интернет-кафе, проверьте почту. Ну давай. Пока недалеко отъехали, поехали, вернемся. Проверим почту, что там. Ой, вообще вправо уходит машина.
Да, 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 да. Давай проверим почту. Брюси Кипц. Я слышал о новой кавалькаде. Я все понял. Кавалькаду угоните. Так. Ну давай займемся. Но для начала... Так, я хочу посмотреть, где эта миссия-то. Не показывается. Куда нам ехать? А, вот показывается. Я проложу маршрут просто, пиздец. Ну, чтоб не плутать. Доедем просто по зеленой и все. Поверните направо. Прямо, потом налево. Ну, вот он, лево. Поверните направо, поворачиваем. Это мне придется расстаться с этой машинкой сейчас, что ли? Я уже привязался к ней. Достигли места назначения? Подожди-ка. Криво немного поставил, что ли, отметку я. А, она едет. Вот она, эта штука. Стой, 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 эй, чувак, ты чё? Ой-ой-ой-ой-ой. Out of the car. Hey! Go, please. Брюси, пригоните машину. Чем сильнее повреждена, тем меньше заплатят за нее. Я понял. Типа миссии угона, да? Так понимаю. Ты, вот эта тачка тоже вроде нормальная. Довольно устойчивая, кстати, тормоза хорошие. И жмет хорошо. Такая здоровая машина, такая классная. Съезд к алкогольному мосту. Нифига себе назвали. Thank you.
мотоцикл первый раз увидел. А, блядь, бампер отбитый. 1000 монет он дал, вообще наш лично. Вызов Брюса. Ладно, давайте на этом, наверное, видео закончим. Куда-то моя шапка подевалась, вот. Ну, увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.